що ж, друзі, ми продовжимо говорити та думати про майбутнє. Міша, знаєш, який наш наступний гість? Звідки він? Чесно, не знаю. З пенсійного фонду. Будемо тобі пенсію оформлювати. Із Корабельного? Ні, з Ленінського району. Це Іванченко Олеся, начальник відділу обслуговування громадян управління Пенсійного фонду України в Ленінському районі міста Миколаєва. Олесь, привіт. Добре. Здравствуйте. Ми сьогодні говоримо о будущем, соответственно, що же, собственно, нового появилось в такой сфері, як Пенсійний фонд? Так. З чим ми підемо в будущее? В майбутнє, ну, Пенсійний фонд також йде в ногу з часом, тому в цьому році в структурі Пенсійного фонду України в Ленінському районі міста Миколаєва з'явився новий відділ – відділ обслуговування громадян. Оскільки реалізація конституційного права громадян на звернення, підвищення якості та оперативності обслуговування громадян – це є основним із пріоритетних напрямків роботи управління Пенсійного фонду України. Тому що ж нове там появилось? З'явився новий відділ, з'явився відділ, в якому були зібрані найкращі спеціалісти управління. Это какой-то просто елітний відділ. Ян, сколько тебе лет, что ты так интересуешься пенсией? Мне просто интересно. Я о тебе думаю. Хорошо, все. Це дуже універсальні люди. Вони надають консультації одночасно з різних питань пенсійної галузі. Тобто з призначення пенсії, з перерахунку, з виплати пенсії, щодо... Ну, тобто, багато, да, от багато різних послуг з пенсійного забезпечення. Тобто, в нас є, ми знаходимося за адресою міста Миколаєва, проспект Жовтневий, 55Є, управління Пенсійного фонду в Ленінському районі на 4-му поверсі. В нас є великий зал обслуговування громадян. Це є 9 віконечок, в якому сидять 9 найкращих спеціалістів управління. Сонечко у віконечку. Насколько... Так, так, сонечко. Дуже привітливі люди, так. Так, так. Ми зустрічаємо так наших відвідувачів з посмішкою і доброго дня, шановні, з яким питанням до нас звернулися. Тобто це те, що може почути будь-який відвідувач нашого. Тепер друге місце з'явилось, в котором також хороше обслуговування. От в Макдональдсі тебе дуже вежливо зустрічають. І тепер Пенсійний фонд. Тепер люди почнуть ходити в Пенсійний фонд навіть чаще, ніж в Макдональдс. Просто будуть ходити за хорошим настроєнням. От хочеться, щоб тобі щось хороше хтось сказав. Не чизбургер вредний, а пойду-ка я, наверное, Пенсійний фонд, там точно будет вежливый. А что стало катализатором, чтобы такой отдел появился? Ну, це, по-перше, було зручність отримання послуг. Якщо раніше люди, приходячи до нас, вони ходили по різних кабінетах, з'ясовуючи різні питання, то тепер вони можуть прийти без черг, без зайвих якихось обходів до інших структурних підрозділів. Тобто, ну, це, ну, я вам... Разрушен ли миф, что когда человек попадает в государственную структуру, человек попадает в ад на очень долго? Как бы да, да, можно сказать даже об этом. То есть человек приходит, у него вопрос не один, а несколько. Он приходит в наш зал, подходит к специалисту и получает все полную консультацию у одного человека квалифицированного, который даст точный, правильный, аргументированный ответ. И вот. А вот когда было, постоянно было, насколько мне известно, просто вот я бывал, очень много волокит. Да, я старый человек. Вот. У меня было очень много волокиты с документами. То есть тебе дают один документ, идешь в какой-то кабинет, этот, ну, квест такой, то есть, как бы, подпиши, называется. Нет, такого квеста у нас уже, как бы, как было ранее, у нас уже нет. То есть мы стараемся, чтобы человек посидел, может быть, где-то что-то подождал, но тот специалист, к которому он обратился, он обрабатывает эту информацию, дает человеку, он выходит уже с готовым ответом на руках. То есть, как бы, мы не заставляем людей, чтобы они бегали еще где-то по нашей структуре, получая ответы в разных других отделах. То все комплексно дает один специалист. Олеся, а шоколадку беру? Ну, обычно ж так. Нет, нет. Нет, в залах, приемах у нас ведется видеонаблюдение. То есть мы находимся, да, вот... под наблюдением, и это наша работа. Это мы ее выполняем с улыбкой, то есть... Как а если человек с улыбкой эту шоколадку приносит? Извините, нет, пост. Нет, спасибо. Как такие бы, наклеечки, но чоколад. Такого, да, такого у нас нет. То есть все делается. Алис, скажи, а молодые люди, кто к вам вообще приходит? Обычно такой стереотип, если мы уже начали говорить о стереотипах, что это люди пенсионного возраста, mm-hmm. там после 60. Какой у нас сейчас вековой ценз, когда на пенсию уходят? 120. 29. Ну, вот, ну где-то такого возраста приходят.
То есть кто, вы работаете с молодежью или мы работаем, стариками? К нам приходят люди разного возраста. То есть пенсия, она может назначена быть любым, ну как бы помимо основного вида пенсии, это по возрасту, есть пенсия по инвалидности, по утере кормильца. То есть люди, ну если, не дай бог, ребеночек потерял одного из кормильцев, то есть эта пенсия назначается ему до 23 лет. То есть есть и кто получает инвалидность и 23 лет, и в 30, и в 40, и в 50. То есть люди разных возрастов, но мы также работаем с молодежью в том плане, что у нас проводится такая организационная работа информационная с молодым поколением, это со школьниками, со студентами. Мы проводим дни открытых дверей на тематику легализации заработной платы, то есть против зарплаты в конвертах. И как бы тем самым мы помогаем молодежи задуматься над тем, что уже сегодня надо, ну, как бы помнить и как бы искать думать пути. Да, думать о будущем уже сегодня, а не спустя какое-то определенное время, когда вам уже пришло 60 лет, и вы поняли, что вы где-то проработали, а эти данные о предприятии, о заработной плате не сохранились. И тем самым мы рассказываем, мы молодежи рассказываем, что такое пенсия, то есть что такое, да, вот... чтобы они уже это сейчас понимали. Олей, смотри, такой вопрос. Вот, допустим, Миша. Да. Нелегально зарабатывает деньги, да? Или... Нет, ну, Миша работает официально. Ну, неважно, где он там работает. Вот он сейчас хочет быть уверен в том, что на старости лет, если Миша доживет, у него все будет хорошо вот с пенсионным обеспечением. Что ему, стоит ли ему сейчас приходить? И какой алгоритм действий? Что ему нужно делать? Конечно, он уже может прямо сейчас задуматься об этом, что потом, что 60 лет, вы можете обратиться в пенсионный фонд к нам прийти. С паспортом, с кодом у нас есть такая услуга, это современный электронный ресурс, называется веб-портал. То есть человек, зарегистрировавшись на этом сайте, может получать информацию о заработной плате, то есть о том, что поступало. Мы имеем в виду отчисления. Отчисления, вот отчисления. То есть он проследит, вот если вы работали по трудовой книжечке, вы откроете, увидите период зачисления, и если предприятие официально вас оформило и производило уплату в пенсионный фонд, вы это увидите. Это будет справочка, в которой будет видно название предприятия, код ЕДРПО предприятия, помесячно, разбивочка по зарплате будет идти, вы увидите ту сумму. То есть все, что у меня забрали, все, я вас смогу посмотреть. Да, вот все, что вот действительно... Вот, он контролирует. Да, вы можете сегодня контролировать. Я просто вижу, как забирают. Нет, я не контролирую. Вы будете контролировать то, что действительно предприятие сейчас, то есть что оно не допустило какую-то ошибочку при сдаче той же отчетности за вас в пенсионный фонд, поэтому это лучше... Тогда вопрос следующего характера. Как донести молодежи, что уплата налогов – это все-таки необходимый процесс? Потому что в большинстве своем, я думаю, что вам это известно, крайне негативно молодежь относится к налогам, так как считает, что большинство налогов, что правда таить, разворовываются и как бы не доходят, и в свою заслуженную старость ты этих самых денег не увидишь. Ну вот именно поэтому мы и ходим к студентам, ходим к школьникам, проводим флешмобы с тематикой за легализацию заработной платы, объясняя тем, что на сегодняшний момент пенсия оформляется по страховому стажу. Страховой стаж – это то, что есть в данных о персонификации. Вот эти отчисления, вот эти отчисления. То есть вот эти отчисления – это гарант того, что в будущем у человека будет пенсия. И чтобы человек сейчас убедился в том, что произошла эта уплата, что есть эти данные, что они не потеряны, что он не зря работал, не зря, как бы вот мы рассказываем то, что если их не будет, то того минимума, как, ну вот то, что будет ему положено, это, ну, вы сами понимаете. То есть сегодня все, что есть в персонификации, этот страховой стаж, то это и берется. Алис, скажи, в современном мире есть ли у вас какие-то услуги, которые вы оказываете дистанционно? Конечно, есть. То есть в этом году с 1 ноября у нас заработала новая услуга, это услуга скайп-общения. То есть теперь человек, если он не может к нам прийти, но у него возник какой-то вопрос по оформлению или по изменению в пенсионном законодательстве, он может нам позвонить, и мы через видеосвязь с ним свяжемся, проконсультируем, ответим, объясним на, ну, на тот или иной вопрос, который... То есть нас можно очень легко найти. Вы вбиваете просто пенсионный фонд Ленинского района в поисковике по скайпу, вы нас находите, мы вас добавляем в друзья и будем очень рады, если вы станете с нами сотрудничать. Просто я о чем подумал. Судя по вам, у вас работает много симпатичных девушек. Вы не переживайте, что вам начнут звонить.
ребята и говорите. Просто поговорить. Я вот хотела пенсию знать, может быть, сходим в ресторан, расскажете. У нас таких случаев нет, то есть люди звонят по серьезным вопросам, если действительно что-то волнует, и они хотят что-то выяснить. Поэтому... А были ли какие-нибудь забавные случаи? Ну, забавные случаи у нас в работе бывают всегда. Даже пенсионный фонд, конечно. Нет, мы как бы работаем с людьми, да. Бывают разные смешные ситуации. Ну, была такая одна небольшая смешная ситуация, когда при оформлении заявления человек взял бланк, и мы ему сказали, что у нас есть образец заявления, то есть пока вы ждете, вы можете заполнить. И когда он нам заполнил, дал его, мы долго его искали и поняли, что человек, переписывая это заявление, он переписал шаблон. Потом обычно пишут Иванов, Иван Иванович. Да, ну вот у нас не Иванов, мы решили писать Шевченко Иван Иванович, и вот человек так написал, что он Шевченко Иван Иванович. Мы долго искали этого человека, но мы его нашли. Вот, и он сказал, что просто переписал. Теперь у него, получается, в квартире будет жить еще один человек. Шевченко. С кем-то я Шевченко жил. Да, вот. Ну, как бы ситуации, рабочие моменты. То есть бывает что-то такое интересное, ну, на веселой ноте это как-то вот. Много ли стресса? Много ли нервов в такой работе? Ну. Просто часто ли вы встречаете агрессию в свой адрес? Мы стараемся. Мы же понимаем, что пенсионеры. Люди, с людьми работать немножечко сложновато, но люди бывают разные. Если вы человека встретите с улыбкой, то вы эту улыбку и получите в ответ. То есть мы, говорю, что стараемся встречать человека с улыбкой, чтобы увидеть обратную реакцию вот, и настроить его на позитивное решение той или иной ситуации, которая может возникнуть. Потому что ну, любая ситуация решаема, и к ней надо подходить только с позитивной стороны. Поэтому... Слушайте, ну если подытожить, можно ли утверждать, что современная молодежь, если она будет легально работать, легально платить налоги, может ли она быть уверена в своем будущем? Конечно. Молодежь может быть уверена в своем будущем, но, опять-таки, контролировать данные нужно уже сегодня. Мы рекомендуем прийти и зарегистрироваться у нас на сайте пенсионного фонда, как и молодому поколению, работающему, и также пенсионерам. Это тоже для них очень интересная информация, потому что сайт все каждый раз обновляется, и более доступную информацию можно там получать. Информация идет конфиденциально, идет подвязочка к реестрационному номеру обликовой карты к оплате податков. Поэтому... Спасибо огромное. У тебя есть еще вопросы? Почему, собственно, нет до сих пор в Корабельном районе такого современного отдела? Ну, я думаю, что в каждом районе есть уже, появился в этом году такие новые улучшенные отделы по работе с людьми. Олеся, величезно тобі дякую за таку інформацію, тому що нашим телеглядачам це було звичайно корисно. Нагадую, що сьогодні ми говорили про майбутнє, про пенсію, про пенсійні фонди разом з начальником відділу обслуговування громадян управління Пенсійного фонду України в Ленінському районі міста Миколаєва Іванченко Олесею. Следите за вашими зарплатами, следите за вашими доходами, и у вас наверняка будет высокая пенсия. Мы в этом уверены. Так, залишайтесь с нами, попереду ще цікаві гості.